Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Дэвидсон Ноулс, британский художник-пейзажист, работавший в Лондоне с 1879 года. Родился в 1854 году. Был членом Королевского общества британских художников, выставлялся в его галерее и в Королевской академии. Делал иллюстрации для Illustrated London News. Некоторые его работы находятся в коллекциях Музея искусств Метрополитен. Данных очень мало. Все, что есть, вот я вам сейчас зачитаю. Работы Дэвидсона Ноулса выставлялись на аукцион несколько раз. При этом реализованные цены варьировались от 178 до 14 тысяч долларов США в зависимости от размера и носителя произведения искусства. Художник умер в 1901 году. Но вот все данные, которые мне удалось найти о британском художнике-пейзажисте, работавшей в Лондоне с 1879 года, Дэвидсон Ноулс. Пока-пока, до свидания.